Сири, подкинь какую-нибудь прикольную идею. Искупаемся вместе. Чего? Хай, вы на канале Magic Family. Меня зовут Аня, и со мной мои собачки Миша, Софиша и Ивасик. Жмите красную кнопочку подписаться внизу и также обязательно нажимайте колокольчик, чтобы смотреть наше видео первым. Для тех, кто видит меня впервые, я надеюсь, здесь такие есть. Мои собачки и вообще все животные в нашей большой, огромной семье животных, конечно же, говорящие. Поэтому мы и волшебная семейка, Magic Family. И, конечно же, и у Эйвена, и у Софии, и у Миши, и у других животных есть свои собственные голоса. И поэтому я решила сделать такое оригинальное скетч-видео, что если бы мои собаки были Сири. Я думаю, что меня поймет любой человек, у которого есть собака, или кошка, или какой-нибудь питомец. Поэтому приятного вам просмотра! Доброе утро, Сири! О, господи, мам, наконец-то ты проснулась, как круто, блин! Успокойся, подожди. Я так рада, блин, я так рада. Что, что-то случилось? Да, нет, особо ничего, не считая того, что Миша не успела добежать до туалета, и все, как бы теперь... Пожалуйста, коридоре... давай без подробностей. Ладно. Лучше скажи, какая сегодня погода на улице? Самое лучшее, чтобы пойти погулять, мама. То есть, тепло? Сильный ветер и где-то минус 20, но разве это важно? Ладно, все, проехали. Да. Сири, что приготовить на завтрак? Конечно же, мясо! Фу, я не хочу мясо на завтрак. Есть еще какие-нибудь предложения? Ну, тогда давай, может быть, курочку? Курица – это тоже мясо. Неправда, мам. Вот здесь ты не права. Курица – это птица. Ладно, и набери-ка мне Ваню. А зачем тебе он нужен? Мне нужно с ним вообще-то поговорить. Ну, придет и поговоришь. Пошли лучше, поиграем в какие-нибудь игры. Ну ладно, давай, во что будем играть? Конечно же, мы будем играть в мячик. Ну или, например, в пищалку. Чего? Слушай, давай лучше составим план на день. А я уже все составила. Какая ты умная, Сири, я просто обожаю тебя. И что у нас там за план? Просто отличный план. Сначала мы идем гулять, потом мы кушаем, потом мы играем. Мне пока нравится. Ага. Валяемся и ничего не делаем. Потом снова играем, едим и снова идем гулять. А потом... Подожди, Сири, что это за план такой странный? А как же дела по дому, магазин? А, да, точно, в магазин прикупить еще вкусняшки. О, точно, вкусняшки это круто. Слушай, а можешь приготовить своими руками? Подкинь-ка мне рецептик. Итак, вам понадобится 1 килограмм мяса. Что это за вкусняшки такие, Сири? Очень вкусные, ты не поверишь. Сири, как мне проехать на улицу Добронравова? А зачем это тебе туда? Мне нужно по делам. Ты что, завела новую Сири? Нет. Точно? Точно. А какие тогда у тебя могут быть дела, кроме нас? Боже. Сири, что мне подарить ему на 23 февраля? А зачем вообще ему что-то дарить? Ну, он же мне сделал подарки. Тогда подари ему собаку. Зачем? Так нам все вместе будет веселее. Блин, Сири. Сири, что-то мне сегодня грустно. Покажи мне какой-нибудь ролик на ютубе веселенький. А есть что-нибудь, кроме приколов с собаками? Ну давай. Сири, слушай, а какое самое глупое животное в мире? Конечно же, кошки. Сири, что-то я устала. Что мне сделать? Значит, надо поиграть. Не хочу. Тогда погулять. Неохота. Значит, надо поесть. Я не голодна, спасибо. Тогда побеси соседей. То есть как это? Поиграть в мячик. О! Сири, спой мне песню. О, как прикольно! Целыми днями только и делаю, что снимаю видео. Сири, какой вообще сегодня день недели? Ну и вопрос, мам. Конечно же, самый лучший, чтобы покидать мне мячик. Как я могу покидать тебе мячик? Ты же... Ну зачем вот ты опять меня обижаешь? Ладно. Сири, я хочу щенка. Найди мне объявление. Сири? Сири? Ты сломался, что ли? Ты перестанешь меня любить. Ты что, с чего ты взяла? Да-да-да, я знаю. Да нет! С этого все и начинается. Ну все, блин, тогда я найду сама. Все, я ухожу от тебя. А где я их покупала? Сири, мне нужно узнать... Сначала лучше купи мне одежду, а то я что-то чувствую себя голой и мерзну на улице. Ты имеешь в виду чехол на айфон? Да мне пофиг на твой айфон. Что? Сири, расскажи анекдот. У нас во дворе собака живет, умная такая. По глазам видно. Очки что ли носит? Понятно. Ну, уже старая. У тебя есть анекдоты только про собак? Ну, как бы, а хочешь анекдот? Ну, расскажи мне анекдот. Как-то раз одна грустная и печальная собачка. Все, понятно, Сири. Сири, найди мне какое-нибудь кино на вечер. К-9, Бетховен, крошка из Беверли-Хиллз, елки лохматые. Не, это старая. Шелли снова в деле. О, Марли и я. Нет, это слишком грустная. Супер-пес. Еще что-нибудь. Собачья жизнь. Еще. Скуби-Ду. Все только про собак и про животных. А есть еще какие-нибудь предложения? Может быть, вообще мультик? Мультик? Ну, давай. Тайная жизнь домашних животных. Блин, ну Сири. Сири, почему у всех нормальные Сири, а у меня какая-то странная? Потому что мы собаки. Круто. Я думаю, что многим бы понравилась такая Сири. Пока.